Доброе утро. Сейчас у нас 6 часов утра. Вот. Хотел показать один сортец, но немножко не успел. Пока резал другие формы, мои помощники срезали. Ну ничего, покажу так. Потому что сорт достоин уважения. Может быть, кто-то захочет себе такой завести. Ланселот. Ланселот. Вот такой вот он белый. Что у нас здесь? Анюта с нашей жирой не хочет краситься. Вот такая вот тихий ужас. Я его называю розовато-бледная. Сахар и мускат уже есть. Вот это ланселот. Это у нас две гроздочки уже остались. Фаэтона Пысанки. Вот такая вот гроздочка. За двоечку. Я уже за фаэтон рассказывал. Не порвало после наших дождей. Хорошо красится. Неплохой гармоничный вкус. Мякоть плотная. Но не об этом. Сейчас мы будем говорить вот об этом красавце. Вот. Вот такая гроздочка у нас есть. Что тут у нас вышло? 2700. Поставим ее на место. Аккуратненько. Возьмем еще одну. Та же самая картина. 700. Ну, опять же, преимущество сорта в другом. Ягодка почвенная, надо достать. Вот такая вот ягода удлиненная. Мякоть очень плотная. Плотная. Дочка его называет огурцом. Сейчас постараюсь показать. Мякоть при еде хрустящая. Сок практически не выделяется, если так говорить. Ну, не течет, не течет. Шкурка плотная, осой не трогается. Оса не бьет. Сейчас попытаюсь разрезать ягодку и одну почистить просто от кожуры. Да, ребят, будет видно, нет. Ну вот, я разрезал ягоду напополам. А вот эту ягоду я почистил как яблоко. По идее, это простой, сочный, хрустящий виноград. Сорт достаточно устойчив к заморозкам, ой, к морозу. Я его даже на арку у себя посадил. Не укрываю. По болезням тоже вопросов особых нет. Вот. Могу только сказать, что достоин уважения. Значит, на солнечной стороне вот такой вот он становится янтарного цвета, желто-янтарного. На тенистой, ну, скажем так, зеленоватый. Зеленоватый. Ниже же зеленое яблоко, ну, зеленоцой. Ну, скажем так, если мне надо гостей удивить, я всегда на большое блюдо выкладываю несколько сортов винограда разной цветовой гаммы. Пускай будет желтый, пускай будет черный, пускай будет синий, фиолетовый, красный, розовый, неважно. И любой сорт в такой палитре смотрится обалденно. Ну вот такой вот нестандартный подход к показанию сорта. Да, здесь у меня одна гроздочка вот затесалась, не хватило в ящик. Это белый великан. За него тоже рассказывал. Такая небольшая, полторашечка. Мякоть тоже плотная. Кто не пробует ягоду, говорят, камушки. Действительно плотная, не сыпется. Ланселот немножко хулиганит при призывании. То есть здесь не сыпется. Есть вопросы к опылению, конечно. У меня на сквознячке один куст белого великана был. Горошил каждый год со страшной силой. Хотя и боеполый сорт. В самой коллекции между другими сортами, между тремя рядами, опыление каждый год шикарное. Ну, скорее всего, не хватает опылителя. Поэтому я сорт на сквознячке перепривил. Кустик, вернее. А этот один оставил. Будем наблюдать. Как-то так.
Всем мира и добра. Хороших урожаев, друзья.